Солнечногорская полиция взяла интервью у сотрудников ко дню любви, семьи и верности. Знакомьтесь, семья участкового инспектора ГИБДД. Екатерина служит, Сергей восстанавливается в службе. В ГАИ был до 2013 года. Старший сын Михаил готовится поступать в кадеты. Средний Семен любит читать стихи. Младший Захар еще не определился с хобби, но за ним только успевай. А это Шмакова, мама, главный эксперт отдела по экспертно-криминалистическому обеспечению, подполковник полиции Наталья. Папа Георгий с пониманием и уважением относится к профессии любимой. У них дочка. Все свободное время Наталья старается проводить с семьей. А это уже новость от полиции, очевидно, типичная для этой службы. В лесополосе вблизи Подолина обнаружен труп. Полиция пытается установить личности и просит помочь. На вид девушке 30 лет, предположительно, у нее есть ребенок. Картинка страшная, но опознавать девушку пока никто не пришел. Если вы что-то о ней знаете, помогите следствию. Телефон дежурной части 8-495-994-1515. Всем привет, хорошего воскресенья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех желающих отдохнуть на территории парков и природных зон Подмосковья. Его влог в Инстаграм набрал более 30 тысяч просмотров, а соседний пост, видеоролик про Архангельское, более 15 тысяч. Красоты не оставляют сомнений в туристической привлекательности региона, а на welcome-musrec.ru всегда актуальный график мероприятий и информация, где билет на выставку со скидкой.